Посмотрим, как у тебя получится. У меня получается. По крайней мере, мой герой в меру сексуален. Меня героиня «Будь здоров» пляшет. А играть на самом деле, знаешь, как нужно? Видишь, у тебя появляется курсор. А нужно танцевать. Окей, пока Таня танцует, я расскажу лучше вам. На экране у вас появляется курсор и комбинация кнопок на джойстике, которые вы должны нажимать в такт музыки. Если вы делаете все правильно, то выходите, соответственно, на следующий уровень. И главный приз, знаешь, какой главный приз, который ты получаешь, пройдя все уровни? Портфолио. У тебя есть портфолио, Таня? Естественно. У каждой актрисы танцующей есть портфолио. У каждой красивой женщины есть портфолио. Да? А у тебя какое портфолио? 1-8. Хорошо, тогда давай играть все-таки. Представляем сеть магазинов Синтур ТВ Плюс. Там вас ждет широчайший ассортимент игр и программ для персонального компьютера, а также невероятное количество дисков и аксессуаров для легендарной приставки Sony PlayStation. Во всех магазинах сети действуют гарантии постгарантийное обслуживание, а также вновь функционируют дисконтные карты с символикой Синтур ТВ Плюс. По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефону 295-777 круглосуточно. Когда на улице день и до открытия ночных клубов целая вечность, когда финансы, а точнее их отсутствие, не позволяют пойти на престижную дискотеку, или если вы решили хотя бы ненадолго сменить компанию, или наоборот озадачены проблемой, как развлечь своих друзей, то лучшее и проверенное средство от всех напастей – любая, а тем более такая новинка PlayStation, как Bust a Groove. Strike versus Hirokun. Now it's a door. Если движение – это жизнь, то танец – это лучшее, что может быть в этой жизни. Bust a Groove дает возможность, не сходя с кресла, стать звездой танцпола, послушать хорошую музыку и попробовать свои силы в новом игровом жанре – танцевальном файтинге. Противника надо не уничтожить, а просто затанцевать. Хотя это и не намного проще, чем силовое решение проблемы. Для победы необходимо, следуя курсорным указателям, которые появляются на экране, нажимать в такт мелодии соответствующие кнопки на геймпаде. В результате ваш танцор будет выполнять необходимые па, а вы получать призовые баллы. Начав танец с незамысловатых пассажей, со временем любой геймер может достичь высочайшего искусства владения своим виртуальным телом. Все участники Bust a Groove до того симпатичные персонажи, что при их выборе разбегаются глаза. Кого-то не оставит равнодушным форму красотки Китти, кто-то не устоит перед чарами плейбоя Стрика. За победу тем или иным героем геймера ждет приз – видеоролик с портфолио победителя. Создание видеозаставок разработчики не оставили без внимания и музыкальное оформление игры. Мелодии, под которые разворачиваются события, очень легко ложатся на слух и представляют из себя вариации на тему таких популярных стилей, как диско, рэп и даже рок-н-ролл.
live or die. Coolest, I'm so slamming, I'm so slamming, body's jamming. Bad to the bone, you should have known I'm in my own zone. Красочное шоу, красивые танцоры, зажигательные мелодии, а все вместе Баста Груп. Бесконечный праздник, который при наличии PlayStation всегда с тобой. Ну что, Тань, резанемся? Я с собой играю. А я с собой тогда. Давай. Ты похотливый жеребец, как и договаривались. Я не спазгой красотка. Как у тебя получается нажимать эти кнопки? Просто я не успеваю. То есть нужно в тактах, да? Да, конечно. Когда он загорается, я нажимаю. Но у меня не очень получается пока. О, ну, давай. Ух ты, как разошелся-то. Эх, не попал. Вот давай сейчас нажимаем. Сейчас на тебя все камеры. Сейчас на тебя камеры. Вот я что-то сделал, по-моему. У меня вообще ничего не догорается. Не попал. Оп, меня сняли сзади. Тебе все время кто-то снимает. Промахнулась. Ня, я тоже промахнулся. Ну, дайте нормально, нужно что-то танцевать. Ну, давай. Я попала. Давай, ух ты, у тебя прям фейерверк какой-то. Ты зажигаешь. Я просто танцор. Таня, никогда у тебя не наблюдала таких способностей. Меня вообще не показывают. Я, по-моему, отдыхаю. Потому что я лидерша. Да, Тань, ты сегодня в ударе. Ну. Мне уже надоело играть. А, вот как надо-то, господи. Танцуйте-то. Ну все, Таня сегодня выиграла. Ладно, ладно. В скором времени любой поклонник PlayStation сможет потешить свои маргинальные фантазии и, пользуясь поэтической аллегорией, умыться кровью. На подходе наиболее экстремальный среди самых кровавых трехмерных драк Fighting Thrill Kill. 8 бойцов с самого начала и трое по мере прохождения игры сделают все для того, чтобы время, проведенное в мире Thrill Kill, запомнилось как одно большое путешествие по кровавой адской мясорубке. Поединки пройдут на живописнейших площадках, наиболее мягкими из которых по оформлению являются крематорий и скотобойня. Особенностью новинки станет режим командной игры, в котором, в отличие от других файтингов, противники будут появляться не по очереди, следуя законам рыцарской и самурайской чести, а всем скопом. Поэтому теперь, используя мультитэп, в компании с 4 друзей можно решать не только судьбу баскетбольного матча, как, например, в игре PlayStation Total NBA 98, но и биться стенка на стенку. Позвони мне. Что-то это я с тобой танцую. По-моему, нам нужно. Дорогая. Дорогой.
дорогая. Да, дорогой. Мне нравится танцевать. Особенно с тобой, Таня. Только я протянула к ней руку. Не распалился. Мне немножко симпатично, но прощаемся. Пока. Пока.